Второй артефакт, тот, что связан с разумом и могуществом, защищал замок и придавал сил королю и его людям. Артефакт был защищен мощными заклятиями, и только те, чьи помыслы чисты, могли прикоснуться к нему. Десятилетиями многие короли и рыцари пытались приблизиться к артефакту, но в туне. Легенды гласят о благородном и справедливом герое, который придет и сумеет взять артефакт. Но, подойдя к воротам, наши герои осознали, что нежить захватила замок целиком. Некогда прекрасное место превратилось в обитель ужаса. Это не похоже на замок, о котором вы говорили. Нет, я не могу поверить. Они разрушили. Разрушили все. Нужно поторопиться. Oh.
посмотрите сюда, что это? Какая-то книга. Дай-ка я взгляну поближе. С превеликим интересом.